Я уже как-то показывал, что удалось сделать из ненужных старых термосов, из нержавейки, совочки вот подобного типа. Но меня же не остановить. Тут как-то я нашел интересную конструкцию. Вот я ее когда разрезал, она разогнулась со страшной силой, причем очень упругая, очень упругий материал. Очень упругий. То есть как ты его не сгибай, а он все равно остается такой формы. В общем, это был некий цилиндр, вот такой вот. У него с этой стороны припаян контактной сваркой, приделан набалдашник, причем с резьбой, напоминающий патрон лампы. Вот. Ну а здесь он заканчивался вот таким цилиндрическим уширением. Кстати, внутри у него тоже резьба. Возможно, это тоже часть термоса, не знаю. В общем, короче, я думал сделать маленький совочек, вот даже маркером разметил, но когда разрезал, он разогнулся со страшной силой. Была у меня ненужная ручка от болгарки, от малюсенькой болгарочки. Ну что, просверлил отверстие, сейчас соберу. Ну вот, немного усилий по затяжке гайки М8 и... объект готов к эксплуатации, так сказать. Вот такую форму интересную имеет. Не знаю, правда, что именно я буду им копать, но пусть лучше будет.